Рабочая комиссия еще раз подтвердила, что все объемы, предусмотренные проектом по строительству дамбы, в полном объеме выполнены. Ну, понимаете, что сейчас вот такой период времени, зима, снега много закрыто. Может быть, какие-то небольшие изъяны могут где-то и остаться, их не видно. Но по-крупному мы знаем, что потому как периодически ход строительства контролировался, что в общем-то работа действительно выполнена в полном объеме и с нормальным качеством. Весной это все проявится. Увидим все мелкие там дефекты, какие-то, может быть, недоработки, может быть, где-то какие-то просадочки появятся. Но по-крупному объект готов. И как в комиссии приняло решение, может быть, мудрое решение, значит, давайте проведем, посмотрим, как этот объект поведет себя в период прохождения паводка, и после паводка, ну, будем говорить, предъявим его, ну, будем говорить, к проверке специалистами, ну, Государственной инспекции по строительному надзору Оренбургской области. Значит, чтобы проверить и Государственной комиссии, чтобы оформила это соответствующим актом. Я думаю, что это в мае месяце все произойдет, после прохождения основы паводка и, будем говорить, вот этих проверок. Думаю, что дамба. И если какие-то замечания будут, я думаю, строители к тому времени, погода позволит, ну, эти недостатки устранят. Так что дамба, по своей сути, уже должна будет сработать на защиту города от очередного паводка. И, скорее всего, наверное, паводок, ну, можно пока предварительно прогнозно ожидать, что паводок будет, наверное, ну, будем говорить, выше среднего.